Экатомбы. Из-за болезни Клинтон может сбыться предсказание, что Обама будет последним американским президентом. Об этом пишут СМИ. Вот какой логики придерживаются журналисты. По слухам, болезнь Клинтон выведет ее из борьбы за пост главы государства. Тогда Обама ведет военное положение, подкрепляя такое решение угрозами со стороны террористов ИГИЛ. Сделано это будет, чтобы не позволить Трампу занять пост президента. Все это приведет в итоге к тому, что сбудется предсказание Ванги о том, что Обама будет последним американским президентом. Бен Карсон, претендовавший на пост президента, предсказал, выборы будут отменены в начале этого года. Вот такой он последователь Ванги. И он пояснил, что будут выборы отменены из-за вспышки анархии. Вот так вот получается. Просто невероятный сценарий. А на пути Хиллари Клинтон к президентскому креслу встала пневмония. О диагнозе сообщила лечащий врач кандидата в президенты США. Из-за болезни все рабочие встречи оказались под угрозой. Хиллари уже отменила поездку в Калифорнию. И этот шаг может серьезно пошатнуть ее позиции. Ведь именно в этом штате самое большое количество выборщиков – 55. Впервые Клинтон стало плохо на церемонии памяти жертв терактов 11 сентября. Она чуть было не рухнула, если бы не охрана, которая помогла сохранить вертикальное положение. Женщину посадили в автомобиль и увезли. Где сегодня находится Хиллари Клинтон? Как она себя чувствует? Об этом ничего не известно. Как сообщили в Твиттере журналисты телеканала NBC, помощники кандидатов в президенты отказываются общаться с прессой на эту тему. Как мечталось, так и сталось. А еще мне сказать осталось. До свидания. Спасибо за внимание. Вот тут и сказки. Меня прет, потому что снег идет, потому что Новый год меня прет. Меня прет, потому что гололед, бородатый Дед Мороз меня прет. Россия, здравствуй, звучит твое счастье, наша новогодняя колбаса. МС Вспышкин и Никифоровна сделают вам Мэри Клизмас, ребят. Мерзавец, я сладкой на все 100. О-о-о. Пока здесь рулят МС Вспышкин и Никифоровна, мы вам устроим голубой огонек. Обо всем этом прикрываю вас я, бригада. Ой, меня прет, потому что снег идет.
Скибери-беда, скибери-беду, скибери-беда, скибери-беду, скибери-беда, скибери-беда, бери-беда, бери-бери-беда. Check this out! Санта Клаус мчится к нам из-за границы. Надо не пускать военным денег дать официальным лицам, солдатам на границе. Вот он к нам придет, скажет: хеллоу, народ. А наш Дед Мороз в пограничных носках. Наш Дед Мороз в пограничных носках. Наш Дед Мороз у тулупе и кирзуча пьяный, как у всех. Дед Мороз. Осталось. До свидания. Спасибо за внимание. Вот тут и сказки.